Приветствую вас, Анна. Вы знаете, по вашему рассказу я бы не сказал, что у ваших отношений прям такое уж вот светлое будущее, потому что ваш партнер вас принижает, вас обесценивает всяческим образом. Вот, и я, к сожалению, думаю, что это больше похоже на, знаете, такие созависимые отношения в большей степени, чем на здоровые отношения, потому что чувствуете, что вы зависимы от человека, и чувствуете, что нуждаетесь вы как-то вот в девушке нуждаетесь вы как-то больше, чем она, на мой взгляд, нуждается в вас. Вот. И это, конечно же, не может не быть, точнее, проблемы, вот. Поэтому я думаю, что то, что касается будущего, скорее нет, чем да. Вот, и это неутешительно для вас, безусловно, но судя по тому, что вы пишете, ситуация такая. А что чувствую я, исходя из вашего сообщения, да, то, что вы в себе не уверены, то, что вы в себе сомневаетесь, то, что вы боитесь остаться одна, на мой взгляд, вы боитесь остаться одна, и на мой взгляд, вы ведете себя очень уязвимо, то есть вы, условно говоря, даете своей девушке понять, что без нее не можете, да? Вот. Вы пытаетесь ее привязать к себе. То есть вы не позволяете ей делать то, что она хочет. Вы пытаетесь ее как-то вот контролировать. Сравниваете, очевидно, себя с теми, с кем она проводит время, вот. То есть это такая вот история, достаточно скверная. Вот. А девушка, есть ощущение, что девушка вас не любит, есть ощущение, что она просто вас принуждает, что она за ваш счет чешет свою самооценку, вот, есть такое ощущение у меня, по крайней мере, то, как она к вам относится, это, конечно, свидетельствует о том, что вы себя не цените, вот. Все ваше поведение, оно свидетельствует о том, что не так у вас все хорошо в семье, очевидно, потому что, если бы у вас все было в семье хорошо, вряд ли вы бы в таких отношениях стали бы находиться. Отношения, в которых вас не ценят, бьют, унижают, оскорбляют. Вот. Поэтому я, конечно, не знаю, но не выглядит так, что вы очень уверенный в себе человек, да, не выглядит так, что вы самодостаточный человек, поэтому ваша
ваше представление о себе нуждается в корректировании, на мой взгляд. Вот, ну, по моему мнению, да? Вот, совет. Вы спрашиваете совет, я думаю, что вы немножко ошиблись, потому что психологи советов не дают, не помогаем разобраться с трудностями, с проблемами, вот, люди, да, но мы не даем совет. Вот. Поэтому, если вы пришли за советом, я боюсь, что немножко не по адресу вы пришли. Вот, для советов, я думаю, что у вас есть ваши друзья, есть ваши родные, близкие, вот. Все-таки психолог — это больше человек, который помогает разобраться в себе. А это не совет больше, это именно, ну, это именно такая вот модель по взаимодействию, например, с вами. Ну, чтобы вы лучше понимали себя, чтобы вы лучше понимали себя, чтобы вы лучше отдавали себе отчет в том, кто вы, какая вы и так далее, да? Вот. Это, мне кажется, куда более полезно и куда более корректно для вас, чем то, что вы предлагаете. Вот. Ну, как мне кажется, в какой-то степени вы стыдитесь, наверное, немножко своих отношений. Вот. Вот, следите свой характер, с характером вот своих отношений. Вот, потому что, ну, позволяет, условно говоря, там, своему партнеру, да, встречаться с другим, вот, чтобы не вызывать подозрений. То есть вот такую вот стыдливую позицию занимается. Вот это тоже может свидетельствовать о том, что вы в себе не уверены. Это тоже может свидетельствовать о том, что есть такой вот страх потерять, ну, страх потерять своего партнера. Опять же, было бы хорошо разобраться с тем, как именно устраивали вы отношения свои, ну, потому что ну, слишком мне показалось, знаете, как, не то чтобы прямо быстро, да, у вас отношения развивались, нет, как раз таки, быстроты там, наверное, нет, но есть некая неосознанность, что, да, то есть вот есть проблема с доверием, есть проблема с тем, как вы воспринимаете поведение людей. Вот вы говорите, что там условно вас предают, да, ну, предательство — это когда человек раскаивается в том, что он делает.
это по большому счету предательство ваш партнер, да, не раскаивается в том, что делает, и, соответственно, вряд ли можно говорить о том, что человек совершает предательство по отношению к вам, потому что, ну, потому что не раскаивается. Вот, раскаяния как бы нету здесь у человека. То есть, видите, здесь вот идея именно в том, что, чтобы, идея в том, чтобы как можно более реалистично оценивать ситуацию. Вот. Как можно более корректно к ней относиться и более, как можно более корректно ее воспринимать. Вот. Потому что, ну, сейчас мне, например, показалось, что вы вот, ну, в своей ревности, да, в своих переживаниях очень сильно, очень глубоко, вот. Но вам это не поможет решить вот проблему свою. Поэтому идея здесь, она вот в принципе такая. Что делать с этим, вы уже, я думаю, решите сами, что с этим делать, да. Хотите ли вы с этим что-то делать, вот, я думаю, что вы это решите сами. Я думаю, что вы, ну, я думаю, что вы вполне способны решить это самостоятельно. А вот, я думаю, так, ну, в целом, что нужно, конечно, консультация, да, целом на работу, потому что очевидно, что вас это так вот достаточно сильно травмирует. Вот, то, что происходит между вами и вашим партнером. Вот, вас это очевидно травмирует достаточно сильно. Вот, соответственно, с этим нужно работать, чтобы, ну, чтобы травмировало меньше, чтобы как-то больше вы все-таки, ну, внимание уделяли, наверное, себе, да, а не партнеру. А сейчас есть такое ощущение, что вот все, что вы делаете, да, все это вообще завязаны исключительно только на партнёры ваши, вот, что это, ну, это не есть хорошо для вас, да, и это делает вас уязвимым. То есть, по большому счёту, ваша девушка, она отражает вам то, как вы видите себя, как вы видите сами себя. Вот, это неприятно, это больно, вот. Я с вами согласен с тем, что это неприятно, и тем, что это больно. Вот. Но, как бы, ситуация, она, тем не менее, именно такая. Вот. Так что, такой примерно ответ я могу вам предложить. Вот, с точки зрения, опять же, профессиональной психотерапии и с точки зрения психологии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего.
Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится и вы сможете найти выход из нее.